Несколько случаев заражения корью зафиксировали на Ставрополье. Оба завозные. Инфекцию обнаружили у жителей, приехавших из других регионов России. В связи с этим Министерство здравоохранения сейчас тщательно отслеживает эпидобстановку в крае по всем направлениям. На самом деле у нас есть два завозных случая по кори, и мы очень внимательно отслеживаем ситуацию с этой инфекцией. Сегодня мы провели ревизию иммунобиологических препаратов и можем сказать, что у нас они в достаточном количестве. Провели большой объем мероприятий образовательного характера с нашими докторами для того, чтобы еще раз нацелить их на то, что есть вот такая неблагополучная ситуация по кори. В отличие от кори, ситуация с респираторными заболеваниями улучшается. На данный момент уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ставропольском крае находится ниже эпидпорога на 27%. Кроме того, в 80% случаев заражений коронавирусом инфекция у заболевших протекает в легкой и средней формах. У нас еще не стихла полностью волна новой коронавирусной инфекции. Мы продолжаем регистрировать пациентов с ковид. Ситуация, в принципе, по этому направлению стабильная, как и в целом по острым респираторным вирусным инфекциям. На сегодня мы на 27% ниже по заболеваемости, ниже эпидпорога, что, в принципе, нас не может не радовать, но, тем не менее, нацеленность и внимание к этой проблеме сохраняется. Во многом уменьшение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ставропольском крае произошло из-за своевременной вакцинации жителей региона. Важно помнить, что коллективная иммунизация и соблюдение мер личной профилактики помогут не допустить очередной волны. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».